Праздничный день педагоги детского сада «Ягодка» встречают на своих рабочих местах. Все идет по расписанию. Завтрак, обед, сон, прогулка, развивающие занятия. За 2 недели работы воспитатель Александра Бакирова уже хорошо узнала характеры, предпочтения в играх и интересы своих воспитанников. Это моя мечта – работать с детками. Постоянно видеть их веселые лица, учить их чему-то новому, вот, делиться своим опытом, вот, подсказывать им что-то по жизни. Детский сад «Ягодка» в поселке Володарского открыл свои двери в начале сентября. Коллектив новый, а значит, важно повысить взаимопонимание между педагогами и сплотить их, а для детей сделать пребывание в образовательном учреждении комфортным. Этими вопросами успешно занимается педагог-психолог Ольга Лобачевская. В профессии она уже 15 лет и хорошо знает, какие тренинги нужно провести с воспитателями, а какие с детьми. Очень важно, чтобы вовремя сотрудники могли получить эмоциональную поддержку. Поэтому, конечно, психолог нужен, чтобы поддержать их и в период адаптации, и в период стресса. Потому что сейчас все ребятки новые, все переживают, все разлучаются с родителями. Поэтому обязательно должен уметь и психолог, и воспитатель помочь ребенку пройти этот путь привыкания к детскому саду. Сегодня образовательное учреждение посещает уже более 100 детей. Пополнение групп продолжается, а педагогический коллектив сформирован на 86%. По очереди путевки выданы в наше дошкольное учреждение. Педагоги, у нас вакансии еще свободны. Добро пожаловать, приходите к нам. Вот, мы всех рады будем видеть. В двухэтажном здании площадью более 5000 квадратных метров разместили 12 групп. Хореографический класс, музыкальные, физкультурные залы, кабинет для занятия по изобразительному искусству. В таких условиях заниматься одно удовольствие. Садик очень хороший, большой, уютный. Нам нравится. Ребенок с удовольствием ходит каждый день. Нравится тебе? Да. Да. Уже с октября в образовательном учреждении начнет работу хореографическая группа «Шаги», а под руководством инструктора по физической культуре Елены Якубовой откроется кружок «Карапузики», который могут посещать дети с 1,5-годовалого возраста вместе с родителями. Еще одним преимуществом этого детского сада является наличие 2 ясельных групп. Ну а сегодня праздник, и для педагогов воспитанники «Ягодки» подготовили творческий номер. Ирина Бокова, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.